Сфера бизнеса становится все популярнее среди молодежи. Количество молодых бизнесменов растет с каждым днем. Такой интерес поддерживается и на федеральном уровне программой «Ты предприниматель». В Чебоксарах состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2012». Подробнее в нашем репортаже. Любой зарегистрированный в республике бизнес – это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, а следовательно, развитие региона. Люди, собравшиеся сегодня в зале, с полной ответственностью понимают это, несмотря на свой возраст. 18 молодых предпринимателей вышли в финал регионального этапа конкурса. Пятеро из них стали победителями в номинациях «Успешный старт», «Студенческий бизнес», «Инновационный бизнес», «Социально ответственный бизнес» и «Вклад в развитие молодежного предпринимательства». Ребята, вы молодцы. И мне как молодому тоже, как вы, и чиновнику, мне очень приятно, что вы такие в республике есть, потому что буквально, месяц назад я смотрел по телевидению, там Андрей Малахов проводил такой же, да, конкурс, а собирал лучших предпринимателей молодых. Так вот, я думал, там была среди из них один из наших. Я думал, кроме него, наверное, есть еще у нас такие же. Я сегодня увидел, что не только один. Ребят, я всех поздравляю, вы молодцы, за вас. Как признаются участники, чтобы бизнес был успешным, нужно делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Александра Халименко много лет увлекается дизайном. Полгода назад ей удалось превратить хобби в способ заработка. Она открыла свой салон декора стен. И на этом останавливаться не собирается. За эти полгода мы успели открыть 2 офиса и в разработке еще 2 в соседних регионах. И потихонечку завоевываем нашу республику. Мы открылись в Новочебоксарске. Для Новочебоксарска это вообще новинка. Просто до нас этого в городе не представлял никто. Одна из дилемм современного бизнеса – продавать или производить. Перекупщиков сегодня достаточно много, а собственных популярных брендов в республике по пальцам можно пересчитать. Основатель всероссийского проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев объясняет это так называемыми стадиями развития предпринимательства. Сначала мы концентрировались на продажах, то есть мы учились продавать. И учили других людей. Вроде сейчас научились, так нормально. И следующим шагом является производство, инновации, изобретения, патенты, ученые, синтез ученых и предпринимателей. Это дает нам неограниченную возможность для запуска новых бизнесов. Это, я думаю, мы опять уйдем от просто разговоров к, опять же, ощутимым результатам, когда это можно будет посмотреть и пощупать, и воспользоваться этими самыми изобретениями, а не просто, чтобы они были на бумаге и на конференциях. Закончилась церемония награждения мастер-классом Михаила Дашкиева. Как заработать 1 000 000 рублей в месяц в Чебоксарах, если ты молод и амбициозен? Секрет успеха оказался достаточно прост. Это на самом деле страшная ситуация, которая происходит в России. То есть все едут в это Эльдорадо, думая, что там реально деньги, хотя они не видят их под ногами. Ребята, можно отлично жить в Чебоксарах 1300. И самое, что интересное, что вы, каждый из вас, вы можете это сделать. Причем вы можете это сделать, в ближайшие 2-3 месяца. Если вы будете это делать, а не визуализировать. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.